В начале января состоялась выставка CES. На ней компания Samsung представила планшет с 12,1-дюймовым экраном. Устройство вызвало интерес не только благодаря большому экрану. Необычным показался интерфейс магазин UX, который внешне напоминал плиточный UI Windows 8. Это вызвало сильное беспокойство у Google. Неужели Samsung перейдет на операционную систему Windows? С этим вопросом разбирались аналитики издания «Биржевой лидер». Интернет-гигант очень взволнован тем, что Samsung неожиданно отошла от привычной концепции Android интерфейса. Samsung известна тем, что на протяжении долгого времени ее гаджеты выходят с OS от Google. По предварительной информации, южнокорейский гигант далее не будет использовать магазин UX и уделит внимание приложениям от Google. Однако пока мы наблюдаем обратную картину. Уже в ближайшее время могут состояться переговоры двух гигантов. Источник, приближенный к компаниям, утверждает, что за последнее время отношения Google и Samsung претерпели значительные изменения, при этом испортились они за последние несколько недель. Ситуация выглядит непонятной, ведь еще месяц назад компании договорились предоставлять друг другу доступ к патентам, которые были ранее зарегистрированы на протяжении 10 лет. Эксперты прогнозируют, что со временем доля операционной платформы Android будет сокращаться, а доля Windows расти. Возможно, такие шаги Samsung являются первым сигналом для этого. OS Android популярна среди других производителей смартфонов и планшетов, но она является весьма уязвимой к атакам. Samsung пока не комментирует данные события.